О, зашел. Полай. Да. Отлично. Бля, сейчас еще минуту ждать, пока плиты будут. Коркран, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Ну-ка, только бля. Что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Интересно, пало? Не. А? Ни Да хрена. там ничего интересного не упало. Как всегда. Блять, все. Не случайно. Без Геры ваш. С Герой. Можно стерею? Историю я дал. Только у травист код, мне казалось, а нет. А, сейчас код. Хил больше всех дамажит. Блять, дамажить надо. Ну.
Ну вот 13 700 дал. Как говорится, и без всяких чарок. И себя киси на ДПС вычитать. Почти двадцатка. То считай 280 у нас реди. Ну одно тело не хватает, сильное одетое. А что, я теперь в совет? Как притона добавьте, он зашел в гильдию. Ну, сеть. Что это, для чего он? Первый раз вижу его. Кто? Диноосколок. Это для это, для рарника ШМ. Это. Это ШМ. Да, ШМ. Добавьте, так, кто там зашел в гильдию? В рейд еще зайдет или что? Притон должен зайти. Два защитника. Надо кому-то. А защитник это что там, который крестовский, да? Нет. Я притон и кинул платин. Вон охотник шаман. А чё, сколько у нас там ДПС общий? 300. 294, блядь, пиздец. Внутри. Чё-то с каждым рейдом все меньше и меньше. Верхняя пятерка там, наверное, больше дает. Ну, а внизу, наоборот, меньше. Я бы согласился, если бы это одни и те же люди были, и ты так сказал. Ты же видишь, что тут и твинки. Ну, не, все равно низ. Не, верхняя часть больше стал давать. Вон, два соска больше стал давать. И хилый ТД. Вот Хант, да. Хант, вот я не знаю. Передамажил Грибая, Ханта. Ханта надо, чтобы он начинал двадцатку давать. Надо ему что-то и сделать. ФДК, сколько ждал. ФДК а тоже мало. ФДК надо или... вообще в какую-то другую хуйню спекать. А либо надо одного вара спекнуть. Не знаю, не знаю, в чем он. Т4, в Т4 так ФДК дает мало. Ну, вроде шмот есть. Ухи только хуёвые. Ну вон фросты нормально дают, в ВК ходил. Сейчас да, фросты типа больше дают, чем БДК. У него просто пушки, скорее всего, из-за того, что плохие. ДПС он холик ебет фростов и бладов. Ну вот анхолика тебе надо делать самый. Что-то я анхоликов не видел, одни фросты сейчас ходят. Да, я тоже. Но только... один из истовых ДКшников, это он да тот же самый, который всегда в верхушке, который всегда дал 23-24. Сейчас он в анхолике бегает, дает свои 23-24 дальше, после нерфоблада. То кто ты говоришь? Он да. Еще раз повторитник. Ондо. Он сейчас от анхолика ушел. Мы с ним, ну, общались, так сказать. Очень много. Стойте, не пульте, я шкаф поставлю. Да, беги в сове, пока хули делать. 5 хилов есть. Можно, в принципе. Ну, я не знаю, нервист много дает. Можно, в принципе, тебя в хила кису обратно в этого, в ДД. Ну я не знаю, типа. Лучше тотем для хилов, чтобы был. Назад убегайте. Хотя. Я сейчас великана подождем. Так сегодня в надежде на чешку, я так понимаю. Че, вы куда пошли, пацаны? Кому? Челка. Не знаю. Я знаю, что она не выпадет. Че мне на нее надеяться? Наверное, на хила. Тогда у нас еще две выпало, да? Ну да. Так.
Еще три бы было, только одна фанковская хуевая. Так, хилы сейчас для вас проверка будет. Надо захилить эту хуйню. Так, на первое истребление буду не зыбку давать. На второе Эвилаша даже не зыбку. С этим. Сюда уже можете заходить. Так, друид, ты как там открыл эти Т4? Я стойки тоже купил, но не суммонит. Угу, сейчас убьем. Еще мелких сейчас убьем. У вас там пупачка, да? Да, кто это? Так. Кто-кто? Да, это Бегор. А. Да у нас мили куча. Для тебя-то рановато РТФ-16, да? Да, да. Я вообще не конкретный вариант. Ну, это сибирские пояса, где плюс 4 от Москвы. Более такой подходящий. Считай, 8 часов начинается РТ. Если 8 тут было бы нормально. Ну вот, нам нормально. На Москве нет. Так, крависта нет. Давайте шкаф. И друида. Не знаю, я по Москве, мне вот 4 вообще самый топ. Не, ну у всех по-разному же, видишь, работы ну, разные конечно, есть. Конечно. Бывают вообще какие-нибудь бизнесмены, там, я хуй знает, до 12 поработают, блять, и все нахуй. Или до 2 дня там. Я раньше рейдил, у нас мужик был с крупной строительной компанией. Он сидит вечером, блядь, в рейде, говорит, хоть отдохну от жены. С работы играет. Навар от вина, киса. Кровь в рейде никому не нужна на квест. На грани. Ставьте шкаф, ой, шкаф, блядь, стол. Тебе с какого босса нужно? Давайте, со короче, с тухлого. Угу, со второго, другого. Этот, ну давай в другой раз с твином уже. Тут одну кровь он заберет, потом ты одну, потом опять придется одну забирать.
Все, вроде все тут. Проверка. Все как обычно. Это я метки ставить не буду. Ну, хотя похуй, да, поставлю. Вот. Че, мы не лутаем под ним сразу? Не, под ним не лутаем. А почему? Одну звезду, одну в кружок. Потому что, блядь. Потому что в Гере так не будет. Ну, вот, я понимаю. Не знаю. Готов оспорить. Блядь. Я готов чек на пул дать. Я уже дал. И вот отсчет, блядь, уже. Прыгнула. Одна секунда. Пуляем. Если так... На той неделе, если так пиздеть... Ну, да. Если так пиздеть много, то будет рейд 5 часов. Надо быстрее все закрывать. Можно хоть как, можно хоть сносить, хоть не сносить. Ну. Просто, блядь, никакой разницы особо не будет для прохождения. А если пиздеть и не пулять, то будет долгое прохождение. Кому интересно, там целка Гера как проходится, вот у меня на ютубе есть видосы вечерней гильдии. Ну там все убито у нас, кроме Синдры. Если интересно, зайдите, посмотрите. Какой там рейд, сколько там ДПС дается. Хотя у меня рекаунта там нету. Там больше ДПС. Вообще сейчас ЦЛК меньше ДПС проходной. Раньше как бы 300 надо было, а сейчас его нерфанули. Бычки, вот последний раз не помню когда. Сейчас где-то 280 даже на фул пройдет. Вот. У нас примерно 280 есть, то есть мы на фул спокойно проходим. Сейчас по войду начинайте побольше хилить. По рейду дамага нету. Сейчас последние споры. И все. Экзалды все, да, откисли? Закрыли и ушли? Наверное. Я не шарю за экзальтеров. Ну а хули, допустим, будет ОКЗС. Не знаю, будет ли там за ФК что-то. Дал незыбку. Вот Акиса не словил спор, наверное, чуть не сдох. Хорошо, два сакра. Ой, я что-то ебашу. Все, уже можете не сносить следующий, просто стойте как попало. И добивайте 7 лям. Наоборот, даже, ну я вот вынес с мельзоны, чтобы они дамаг не лутали. И как бы похуй уже. Фуловый рейд. Там добежите до гнилого, шкаф поставить, пока шмотки раскидаю. Так. Там личка ебаная. Бое. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Короче, у кого есть возможность, там рыбу, которая вот ракушечный подкаменщик, медуза и ледниковый лосось, закидывайте на почту. Ну и эти кулинарные квесты, если кто делает, с пряности покупайте. Я вот сегодня сделал, ну, саука купил. Блять, там, по-моему, подкаменщик дорогой был. Да-да, подкаменщик сам дорогой. Да проще тебе уж готовую скидывать, да и все. Ну, если кто-то делает... Не, просто я почему говорю, потому что у меня колпак есть, я там... Он 200 рыбы я сегодня сделал за 2 минуты. Ну, быстро вообще. Да какая разница? Главное, рецепты есть у много у кого уж. Он урарненькая, знаменитый рецепт. Так, это штаны, я так понял, никому не надо, но это штаны, я так понимаю, на шипешника, да? Охуенные. Да. Но у него там нету аддона, я даже не вижу, что на тебе одето, блядь. Ну, я возьму. Скорее всего, возьму.
Понятно, все, что да. возьмешь. Ну смотри, давай порассуждаем насчет этой да. хуйни. Вот у тебя перс не привязан на данный момент. Я тебе буду на него ГП кидать, на этого перса. Ну, ЕП, соответственно, ЕП... соответственно Навара, тоже ну, надо на этого закидывать. Либо я вот не знаю, ну смотри, я тебе за 10 кидаю. Потому что, видишь, так все захотят. Ну, допустим, ГП сюда, ЕП туда. Ну, так не пойдет. Не, ну, типа, я не забираю же то, что нужно. Если кому-то нужны эти штаны, господи, мне нет. Я пододенусь, я уже потом буду ходить полноценно. Пока ну, ладно, давай тогда. Давай тогда. Нужно. Тогда фиг с ним. Тогда за 20 я тебе буду кидать все равно, ну, чтобы отмечалось ГП. А этот самый ЕП тогда Навара закину. Это БОЕшка. Может, тебе просто какой-то процент меньше закинуть ЕП? И вот какой-то процент... Скажите, да? Я вот жму на пас, я что-то с этого... Ой, я что-то имею с этого, если жму на пас? Нет. Нет, это значит, ты отказываешься. Крестик, то же самое. А как пас... эти бонусы начислять, или это что это вообще за система? Бонусы? Ну, это офицерское звание надо, чтобы начислять. Ты... Нет, ЕПГП он спрашивает. ЕП ты получаешь за то, что проносишь сколько боссов в рейде. Да, да. ГП, если ты какие-то шмотки лутаешь, все. Там потом оно как-то считается. Да, потом ЕП делится на ГП, вот вы приор, все. Все, ладно, я понял, спасибо. Аддон выключен был, сейчас включен аддон. Так, вот это не надо никому. Осколок, да? А. Айновен, тебе кровь надо? Блять, вы опять будете по одному забирать? Ой, это походу проклятие. Какое-то. Да, одна это одно, а вторую просто выкини просто, чтобы в следующий раз... Так, а как я ее выкину, если сейчас со второго босса ее заберет кто там? Вилаши, да? Никто ее забыл. Ну, эту, значит, не давай. Ага, блядь, лол. Короче, я, наверное, ты понимаешь, да, следующая кровь там другому челику, которому одна осталась. Да, мне не надо, все, я уже собрал. А, ты собрал, ебать. Пазл сошелся, нахуй. А на мне, походу, становится все это. Жестко. Короче, как мы с тобой сделаем? Давай 80% ЕП на Вара, а 20% ЕП на этого. Ну, можно и так. То есть, но... Ну, 50 на 50 не буду, так как немножко не то соотношение. Хотя бы так урезать, чтобы люди... Ну, просто не хотел вообще в рейды ходить, пока вот он не будет 4-4. То есть, да, в принципе, есть, и, да, в принципе, я согласен. Ну, там, если вдруг сложно... Нет, по ДПСу нормально вроде должно быть, если без вайпов. Короче, дает чёрт. Пиздим дохуя, да? 3, 2, 1. Вы вообще сделайте себе привычку, никогда вот отчет идет, вы не трогаете босса до тех пор, пока он его танк не ударит. Вот танк ударил, тогда вы уже бьете. Ты первым ударил? Да вроде нет. Там он на кого-то повернулся. Не, он тебе уж показывает, что ты... Кто знает. Скорее всего, тебя охотали, и из-за этого огромная пила перешла. Может быть. Я не помню, с чего я начинал, с ЛПшки, что ли? У меня ЛПшка перед автоатакой, по идее, должна идти. Сейчас скажу. Ледяное прикосновение. Ага. Так, и Вилаш, это тебе с этого, да, босса? Или не Вилаш, что-то я забыл. Кто я? Интересно, какой квест сегодня? Опять на Лану, что ли?
Попроче. О, травма. О, травма, поздравляю. Одеваем друида? Конечно. Слизень. Это давайте... Развернулись назад. Кто там на эту кровь, я забыл? На вот эту. Прием. Никому эта кровь не нужна? Да, никому. Хочешь, пока. Мне кинь тогда, пускай у меня будет по лайту. А кто у нас хилы? Айнавен. Акиса. У Акиса есть травма? Нет, тебе не получается. Она не хил. Тебе квест станет. Не надо, пусть нам забираем. Ну вот, короче, травма либо Акиси, если она мейн хил, либо вот Рестору, потому что она бис. А сколько стоит кровь купить вообще? Бесплатно. 10к. Нет, 10к. С пугами 10к. Так, бисер, ну я думаю, надо этому дружнику отдать, да? Да. Но бисер... Я по приколу, а давай жду. Ну все. Сейчас оденем бис друида. Можно на сове играть. Ебать. Закатай губу. Вы что там, дверь открыли? Да, походу. Или закрыли, наоборот. Бля, жаль, призвана сегодня нет. Я хотел кружку потестить, у него медальон есть, гадюки. Так, шип кому-то надо? Шипышки. Бля, почему здесь нельзя сравнивать его, вот когда его выкидывает? Биг дэмэджу пойдет. Вон там Викторки надо. Или Викторки. А маг нажимает это. Маг тебе точно надо? Он у тебя по этому левелу посильнее. Нет? Так. Викторки тогда. Это хуйня. Грудак нахпал. Влад, ты там все кнопки жмешь? Жуков не забудь тянуть. Лун, дай. А что, шею сегодня ввели, нет? Кто в курсе? Ввели. Да, ввели. Если кто-то хочет на остров слетать, он все линканет. Типа тут в этом... Вон, у Акиса есть шея уже апнута, у Барибая есть шея апнутая. Чё боисит? Ну вот жуки нет, стоят, их надо убить. Сейчас колба выпадет. Она не выпадет. Выпадет. Зукли нету. Сейчас она выпадет. А, хотя точно, точняк. Палов. Да никому не из палов не нужно, так что да, выпадет. Ну, разник, я заберу разник, на офф. Не, разник заберет, ему нужно. Интересно, она намучка нормальная, нет? Ни на кого она не нормальная, кроме ретриков. Подходите, ближе. Она... Поставил рыбу. Она мутиков не идет, она что ли? Два носка. Почему она на ретрика бис считается? Типа, что там? Ну, как-то видишь, у него пух тяжелее. Пей удар. Куклу пока что захотаем. Ешьте рыбу. Вилаша, пей куклу. Смотри, как ретрики закричали, не идиот, на мутика не идиот. Жадность. Как пиздить урогов, блядь, так нормально. Чё там, омоложение кидай, этот друид, он же не знает, нахуй, захиливаемся, рейд. Рестер. Омоложение и буйный рост на него. Интересно, талант травма есть. Нет, буйный рост, жизненный цвет не работает. Может, у него таланта нету, а нет, талант есть, ободрение. Шестнадцать.
Все, в принципе, нормально. Давайте даю отчет. Милики, поближе 5, подходите. 4, 3, 2, 1. Блять, кто-то с пулей. Первый удар, Айна Вен. Джага, да, полетел? РДД, отходите. Да, Джага. В лужах только не стой, типа полгода. Милики, сразу готовимся переключаться. Весь РДД и милики в зеленого переключаемся. ДПС по зеленому. И переводим босса сразу. Пельмени 2 секунды. Вылетели пельмени уже. Он РДД, отходите. Прям в вас летят. Друиду похуй. Эрдру вылетел, я вылетел. Не знаю, почему. Вылетел, я понял. Или киколба поставилась. Будет красный. 4 хилохили. Красный. Ансент, Биг Дэм, Бисер. Пельмени ловите? На колбы не бегите, колбы 3 секунды. Колбы секунда. Скоро будет зеленый. ДПС по зеленому. Великий в РДД бежим. На зеленого не бежает. Бисер на ХП. Пельмени. 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 Так, колбу поставил. Хуёво. Сейчас я отсюда выведу. Отойдите на 15 метров от колбы. Хули возле нее прыгаете, блядь. Все красный. Все, идите красного бейте. С пельмени. Гол бы 2 секунды, пока не подходите. Пока не подходите. А чё там по... А. Нормально. Стопайте по боссу. Фулл ДПС по зеленому. К РДД бежим, милики. К РДД, не в разные стороны, к РДД. Лужи выпей, лужи, лужи, лужи. После зеленого босса переводим. Перед ебалом босса бегите, колба секунда. По боссу переводите быстрее, вы там долго что-то. Колба аккуратно. Переводите. Сейчас будет красного призывать, а все, не успел. Ой, луж нету. По мане высохли, что-то ничего не делаете. Сейчас как разморозитесь, Акиса тотем, бисер на ману, Равис по лайту, синтек по айновену, иннеры. По часовой пойдем. Геру. Перед ебалом стоим, там готовимся, если колба будет. Если не увижу, скажите, что подвел. Первый вроде пропустил колбу. Так, вот лужа. Пельмени. Сейчас будет и колба еще, наверное. Три стака пока.
забираю Вилаша. Без дивана убьем. Пельмени. И колба вон уже стоит. Еще немножко отведи и все. Все стоит. Дал не зыбку. Выходите с лужи. Все, добивайте. Какой-то легкий вот этот раз профессор был. А, не выпал, видать, вау. Это все разговор ваш. Блять, упали, простите. Че упало? Блять, зачем вы вернули в канале вот эту активацию по голосу? У меня через... Просто у некоторых активация стоит. Не а, короче, нет... Поскольку у нас стоит новичок и рейдер, а рейдер это более высшая роль, чем новичок, соответственно, у всех работает активация без голоса. Тебе надо поставить, чтобы рейдеры тоже, короче, по кнопке работали. Так, бля, почему-то половина по кнопке. Бисера, наверное, рейдера нету. Нет, есть. Да, ну хз тогда. Два завоевателя. Короче, Айновен, Притон и Палайт. Хуй знает. Кому звать? Заходите. Мне так, на офспек. Мне не обязательно, мне тоже на офф-офф-спек. Я тоже офф-офф-офф-спек. Короче, два Притона, я так понял, да? Не заходите пока. Чё там, квест на лану? Да-да, давай. Угу. Не ФКшьте, убьем трэш сейчас. С помощью глаза. Короче, этот... И Вилаша там один пока. Этот самый Биг Дэм, Бисер. Повыбирайте мобов, которые будут пулиться глазом и контрольте. И глазом много не пульте. Сейчас я на минутку отойду. Секунды. О, как Кирилл. Не просто появляется просто дополнительный тик. Раз, там, Вальку. Тиков дополнительных не появляется, просто топни, типа сока. Быстрее тики проходят. Поэтому хастую собирает, чтобы типа чаще там урон уносило. У тебя вылетело что-то синтек? Да, я отходил, а у меня типа раздача через телефон. А че мне две печеньки закинули? Кому там еще одна нужна была? Ну спроси, там что-то они говорят на офспеке. Офспеке. Забей, оставь себе. Привет. Сделай себе офспек. Ральник, сколько у тебя осколков? 24. Половина. Ну, в прошлом рейде один осколок упал. Тактика, вот тактика, стан. В смысле половина ему? Разве не 30 надо? Или 50 там? Тактика. А штук надо. 50, пиздец. А, он мы в стане, я понял. Еще веди. Так, Бигвар писал принять в ГИ.
Одну вальку ебанули, да? Заебись. Репа с Келинтором, она что, не работает, да, в рейдах? Только в подземках? Да. Да-да, веди. А у нас армса нету, да? Чего нету? Вара армс. Вара сейчас раза меньше дамажит, чем фу. Ну, наверное, 4% физухи он хотел, да? Да, хотя бы одного иметь было бы неплохо. Есть кем меня заменить минут на 20? Это кто? Поллайт. Ну иди, может, да ладно, успеешь, иди. Да ладно, вряд ли. Ну 20 минут. Блять. Иди там. Там 30 нас... минут. У нас синтек есть. Да просто человек придет. Ну, он, как бы, иди, иди, выйди из игры просто и все. Колокол. Угу. Я помню, эти открыли, когда первый день. Киаса эти, блин. Они там сыпались, блядь, с одного инста по 5 штук. Ха, друида убивает. Блядь, я просто стою. Зя, ты разрушника стакаются в ходке или нет? Да. Дата. Ну, если они, короче, одновременно тикают, то забирается не больше. Я не знаю. Ну да, стакуются в целом. Ну, смотря какой интенсив АОЕ. Если рейд прозаженный. Ну, на лане есть, ебать. Ну да, нет, ладно. Игра, в принципе, заебись. А киса тут? Все, побежали. Пошли. Я на двух, Вилаша на келье, как обычно. Все на пулы, это, на войда там, двоих. Там друид еще бежит, подождем его. Давайте шкаф. Ебаните шкаф. Какая-то тактика новая по зачистке трэша. Я даже не понял, что весь вытащили. Ну... Видишь, таймер запускается на квест. Ты квест взял? Да-да-да. Все, теперь понял. Погодите секунду, я квест взял. Не будьте, да-да. Вы готовы, нет? Они квест не взяли. Блять, быстрее. Он и в десятке, походу, видел? Два квеста берешь. Да, там два квеста, 10 и 25. А рыба есть? Есть. Есть тебе. Потом пере. А, нужно перед ланой было бы. Где пристабаф? Только что дал пристабаф, у тебя есть. Ладно. Пошел отчет. Спред аут.
Давайте, Кер. Так, там воронка, милики, немножко отойдем. Что-то кинетики слишком низко, вам кажется. Давайте, может, их бить будем. Вот эти вот, не видите, РДД? Или что? В гире они быстро падают. И будет хуёво, если оно упадет и откинет танка Келесета. Когда Келесет активный. Его сразу шотнет. Я понял. РДД, у вас как там дела, нормально вообще? Три моба пока не пуляйте. Сейчас я три шмотки отдам с босса. Ну или пуляйте, только осторожно. Хильте танка там. Хотя он там саб даст танку и пизда будет. Кольцо на хила надо кому-то? Ну шо, мам. На киса тебе надо? Контроль, контроль там, тактика. Так, вот этот мусор надо кому-то? Короче, контрольки, там дизармы давайте, станы. Так, шапка. Если никому не нужно, можно я трансмог заберу шапку? Кто? История? Да. Зачем тебе этот мешок? На транс. Лун, дашь? Чё, осколок? А мне в хила? Да. Чё трэш добьем там на боссе спекнешься. Сравнишь по рекаунту себя и этого эрдру. Чё у вас там хилит с ПВ? На боссе? Так, короче, я ворвался. Не знаю, сейчас... Давай, Вилаша, первую незыбку. Ага.
Тактиков хуярим, сейчас поставлю метку. Вот первую звезду залейте. Так, дал мне зыбку. После звезды там еще один тактик есть. Кружок поставил. Добейте. Так, спекайся. Значит, присты знаем, да? Значит, когда пулять босса будем, не сейчас, когда пулять будем там за 5 секунд, на себя этот антифир. Значит, по сейвам на первой взлетке Вилаша гимн на хп будет от бисера. Бигдем, смотри, не сдохни, тучку там отдай на первую взлетку. Так, Эвилаш, гимн на хп от бисера. А на второй взлетке. И этот Акис, это тем трепет. Оставь обязательно, чтобы хилы не сдохли. На второй взлетке будет этот моя Т4 и Айновена Массакра и гимн на хп от бигдема. И роящиеся тени, которые кидаются перед фиром. Этого человека надо и захилить, и сдиспелить точно. Бигдем и бисер, ваша задача. Вот. Так, скажите, я тут был, короче, я здесь не был, так скажем, мне как хилу, я так понимаю, тут важен укус и уносить лучше, в принципе, и все, ну и про хилу. Кто это спрашивает? Инвалид. Тебе никакой укус не важен, значит, смотри, значит, стоять ты будешь, давай в ромбике, ты в ромбике будешь стоять, это... И фулл бой стоишь, и на взлетке. От этих меток отбегаем. Айновен под боссом. Так, давайте, значит, бисер будешь. Треугольники. Так, Акиса будешь звездочки. Поставил по краям вас, не в центре, потому что, чтобы вам было быстрее тени вынести. И этот, соответственно, синтек в кружке. Эти метки на взлетке не занимайте. В центре там кто-то может стать один, не знаю, ну... Какой-нибудь, я хуй знает, там... А, пускай Айновен в центре на взлетке стоит. Ну или хочешь там... Милики, короче, возле лестницы. РДДшники вокруг. Вот от этих меток раньше сколько там, 8 метров набираем. По прожимкам запомнили, да? И укусы, самое главное. Укусы передать ДД, хилов не кусаете вы. Хилов только когда уже 16 укусов есть и там до берсы время какое-то, тогда уже можно хилов укусить, а так ДД кусаете. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, я забыл те истерии, вот те истерии, кстати. Тени 2 секунды, смотрим на ком. Свят. Святос. Вот все старайтесь, вот касается миликов, все старайтесь уносить как он. То есть лужа должна начинаться у стены. Не в мили-зоне там. Ночевай, пницца рейд. Лучики красные сносим вместе в одну точку. Вот, нормально. Тени 5 секунд, готовимся. Значит, кто у нас там с РДД? Ладно, похуй, куси рависта. На взлетке только дубовую не забывайте там. Я мага укусил. Ну хорошо. На взлетке не сдохни, маг там щит маны нажми, камни луковские съешь. Вот эти два человека на взлетке не должны сдохнуть. Тени 2 секунды, смотрим на ком. На приколе.
на взлетке забывайте про ДПС и вспоминайте про выживание и про ренджу. Иначе будет залупа. Будет лайк. Просто выживите на взлетке. Вот следующие тени через 2 секунды будут перед фером. Их нужно будет максимально захотать, дать сейв от синтек. Захотай максимально себя дубовую кожу. И присты дайте ему диспел. Дайте диспел, Вилаша, готовься этот самый укус и передавайте. И сразу рейндж. Так, бисер на хп читай. Максимальный захил. Никого не уронить. Все, этот вихрь закончился. Босс бежит сюда, обратно. Так, тени. Друид выноси. Вынес? Не вижу. Камера просто хуевая. Вот, на следующей взлетке вдвойне важно, чтобы укусы не сдохли. Бля, РДД вообще не вижу. Кто где, блядь? Да мы убьем, я думаю. Ну смотри, укуси обязательно кого-то, синтек выносит. Сейчас укусы раздайте. Нет, вы кусаете. Укусы обязательно раздайте. Не проебитесь, сука, кусайте кого-нибудь быстрее. Кусайте, 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 топа, топа, топа. Не проебитесь, сука, с этой хуйней нахуй. Может БЛ? Нет, не надо. Взлетку переживем. Да мы за минуту бы убили бы. Да не надо. Сейчас взлетка скоро будет, не надо никакой БЛ. Сдохните с Беллом. Вот эти тени, Равист. Его, этот, засейвить. Когда Белл, у людей мозг отключается, они сдыхают на взлетке. Так, готовимся, сейвы. Дал незыбку. Эндовен, готовься, массакру на вихре. Так. Да, до цели выбирайте, кого будете кусать. Давай массакру, Биг Дэм, гейм. Я ДКшка, ДК буду кусать, и тёрнула. Рарника укушу. Все, вот сейчас укусы когда передадите, через 10 секунд уже тогда и дадим Геру. Сейчас пока еще укусы. Вот секунду, укусы обязательно передать, не превратиться в вампира никому. Снесите, снесите. Еще 2 укуса сейчас передадут. Передавайте укусы. Ну вот, Биг Дэм. Я не нахуй пизду, блядь. Убейте его. На нем еще тени там, блядь. Убейте его быстрее, тени его не дамажат. Блять, он нас решил захуярить, да? Биг Дэм, блять. Одно тело убил. Давайте. Ебашить вас всех, но. Давайте Геру там, шаман. Отпиздил. Укусы нахуй надо передавать, блять. Качайте аддон, блять. Смотрите, кто с укусом, кто нет. Вот это ДБМ, кстати, я не знаю, адмираловский или нет, он показывает список людей, кто с укусами. Да. Квест не забудьте стать. О, ебать. На продажу. Я тебе дам на продажу, блять. Нет, я-то ее вообще ролик не буду продать. Мне вам фласки купить. Кому она нужна с хилов? Мне. Я бы поносил. На эрдру не вижу смысла на эрдру носить. Тебе духа слышишь. Ну, она дает. О, у тебя хорошая шея. 64-я. А у меня хуевая. Она на сову ебать дает много. Ладно, ладно. Че тебе надо? Там квест, вот с квеста упадет это еще, шея. Да? Ладно. Короче, покоритель надо. Вот топа молодец. Багрух. Ну вот, короче, вот исцеление. Все покоритель пока закинул там кому-то. А. Защитник надо кому-то. Топи упала багруха. О, кольцо. На стресс там 5 спеков уже собрал, наверное. Ну я танка собираю. Два, по-моему, давал уже сегодня тебе. Это третий, наверное. Да. Считай еще 2 и все. Фулл спек. Так, что там бисер одел? Багруху. Сейчас и кетик нужен.
Кстати говоря, с этими табличками... Понял, блядь, за УД сходил. Кстати, вот я сегодня переезжаю, и мне чуть попозже надо будет отвалиться. Ну как попозже? Минут через 30-40, наверное. Это кто, это кто? Это Притон. Я в другую хату переезжаю. Ага, хорошо. В другой Притон? Да. Так, ну бейте потихоньку пока мобов. Так, а Вилашу только не уроните. Охотнице можно стан давать, если что, в этот каст. Или притяжку, или стан. Каст сбивается. Блять, видишь, тоже проебался. Не в тот каст стан этот притяжку дал. Сейчас, может, на этой получится. Эту свидетельницу льда, повелительницу убивайте быстрее. Вот. Милики, выйдите, если что, есть. Уже хп половины нету. Выбегите, ну буребай. Блять. Хотя бы себя флешкой хили, если ты стоишь. Сейчас вот в эту переключитесь, грипнул, ее зергните. Дайте сумму потом. Ага. Ну выйдите, чё вы? Да там даже не успели некоторые выйти. Я сразу убегал и умер. Не, меня не она убила, меня другая. Просто когда видите моба этого или повелительницу, вы ожидаете, когда вот он начнет каст, уже готовьтесь убегать. У меня дон сразу пищит, когда такая хуйня, и все равно 2 секунды и отъехал. Можно еще ШВ одеть, щит, одеть ШВ. У вас у варов должны быть эти макросы. Без них я не знаю, как вообще варам. Да они есть. Нужно знать, отъедешь ты или нет. Я не знал. Значит, хилы слакают, спят, да? Один хил, наверное, хилит. Вот синтекс с этим. Не хилят, не дохиливают, наверное. Если бы они спамили посильнее омоложение по мелизоне, наверное, можно было бы и стоять в этом ледяной хуне. В принципе, оно прохиливается, цепухи плюс 2 друида, но бисера, видишь, еще нету. На стресс за секунду сдох, там типа ходка у нас раз в 2. Я про то и говорю, что если бы были все хилы, там ДЦшник, 2 эрдру, РШАМ. Там, ну, даже от этих 4 хилов можно было бы стоять. Но вот блядь, это... О чем вы говорите? Там, когда всю пачку агришь, блядь, танка чуть ли не шотует, если вот... Ну, как... не про вихрь. Не про вихрь вот этот, который сейчас мы бьем полководца, а который ледяная баба, вот эту ешку, она захиливается. Ну, я лично, когда шаманом вот ходил, с хилами, которые не вкажут, мы захиливали мелизону спокойно. 10 человек. Чувствовал, да, будет?
Ой, 100 ИП. За весь инст. Кому? За славу. Кому ИП? Ну, как в прошлый раз. Накинем ГП, бля. 100 ГП за попрошайничество, да? Нет, это нечестная херня. За Вальку, что ли, или за чё? Я что-то не понял. Да, типа мы ДПСим. Ну так это, вот на нее вообще все прожимки надо давать, если на ней щита нету. Вот она его не скоро повешает, но вот ее до того, как повешает, надо убить. Ну я рекаунт не сбрасывал, не знаю там, какой у кого ДПС. Ну вот лям. Ну, вот рарник победил. Наверх пока не заходите. Не бегите туда, бейте мобов, куда вы побежали? А, не, история. У нас здесь ПВ есть. Ну тут моб один с ваблом стоит, мы стоим на него смотрим. Диспелла нет. Да присты еще неопытные. Диспелли с этой бабой. Пиздите. Прист один там. Я только два класса не знаю, маг и хант. У варов есть топорик, но на него нужна ярость. Да, не сбивает твою бабу, это, ну, это способность рейдова, она не сбивается. Вот это именно нет. Тут вот кидается боб, который кидается там на ковровом квартале, вот этот баба, он не снимается ничем. А почему он тогда подсвечивается, как его можно снять, типа? Так, один летаешь, короче. Я слева, и ваша справа. Кто что поставит? Кто там из луков поставит щит, доспех какой-то? Вихторка. Ну, бля, так. У меня, короче, это опять игра вылетела. Тебя ждать? Нет? Да нет, убьете, скорее всего. Пошли, пуляем рвист еще в кан. Пошли, ебашим. Хилы, имейте в виду, у вас здесь трое. Хулипал летает, синтека нету. Равис не АФК. Ну, чек не принял. Ну там жирный с Эвилашем. Ладно. Я забыл, я все на жопу не кто-то. Подавление убиваем в первую очередь. Локи там, кто кастует там, маги, ханты. Вот не этого жирного вы хуярите, а подавление. Напоминаю, там есть что. Жирный для танка. Все остальные подавления. Thank you.
suppressors spawn. Слева скелет огненный. Suppressors spawned. Чего убивает? Сука. Suppressors spawned.